60 водоочистителей из 80 уже установлены. Строительство новой фильтровальной станции в Нефтеюганске контролирует партийный десант. Объект, напомню, включен в карту, в программу «Карта развития Югры». Готовность к сдаче его сегодня 75%. Об этом в сюжете наших коллег. На сегодняшний день установлено 60 фильтров из 80. Сейчас подрядчик приступил к монтажу технологического и вентиляционного оборудования. Кроме того, проводится раскладка кабельной продукции. Осталось установить последние фильтры. Первой ступенью будет засыпан песок, и сегодня мы получили первую машину кварцевого песка. А в фильтрах второй ступени будет засыпан активированный уголь. Сама схема обеззараживания предусматривает интенсивную аэрацию, дегазацию в модулях соответствующего назначения. Это станция промывочной воды. Когда фильтра заполняются, так скажем, грязью первой и второй ступени, то есть вода промывается, и станция промывочной воды, соответственно, срабатывает. Сброс идет, да, через эту станцию насосами, перекачивает, она ушла на резервуары. После установки всех фильтров будет выполнена обвязка межмодульных трубопроводов, которая соединит все оборудование в единый цикл. Вся система, она будет выходить из фильтров и уходить в подполье. То есть вся трубопроводная обвязка будет выполнена именно в техподполье, да, чтобы никому не мешалось. В сентябре запланировано проведение пусконаладочных работ, которые позволят вывести станцию на тот режим, в котором она должна эксплуатироваться. По результатам пусконаладочных работ должны быть получены результаты исследования воды, лабораторные анализы, которые должны подтвердить ее качество. Станция будет полностью автоматизирована. Как утверждает подрядчик, сегодня проблем с поставками нет. Поэтому завершить все работы планируется по графику к 30 сентября. Дарья Горельцева, Дмитрий Смирнов.